5 seconds remaining. Добрый вечер еще раз всем. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Начинаем трансляцию матча между командами Virtus.pro и коллективом Complexity. Первую игру ВП отдали. Отдали, вот как есть, так и отдали. Забирайте, ребята. Первый матч нам нафиг не нужен. Не додавили, не дожали. По одному начали сливаться. Перестали ходить вместе. Файты пошли не так, как надо. На Виспа забили. А Висп потом просто выхилил всю команду. Как это обычно с Виспом и бывает. Ну, получилось совсем нехорошо. Как-то пришлось с этим мириться, по большому счету. Ну, проблемы были, и проблемы опять в организации. Другого слова и подставить нельзя. Ну и на данный момент в баню от команды Virtus.pro отваливается SF, Task, Phantom Lancer, Bounty Hunter. Ну и со стороны команды Complexity отлетает лишь Рак, Герокоптер, отваливается также Viper и CM-ка. Seconds remaining. Earth Shaker. Complexity's turn to pick. Ну и Complexity забрали себе Чена, забрали Винтерн Виверн, Queen of Pain, Shaker, Silencer и Naga Siren в пике команды Virtus.pro. Ну вот год на Silencer, это уже поинтереснее немножко история. Ну и на данный момент Шейкер, у меня, кстати, вопрос, это будет Лил или это все-таки будет Фобос на сложную. Обычно ВП этим не занимаются, а вот теперь видно, кем будет играть Фобос. Фобос будет играть классическим для себя героем, поэтому тут, конечно, вопросов к нему никаких. ВП зарабатывают преимущество на ранних этапах, это было в прошлом матче, но потом это преимущество, как и большинство СНГ коллективов, просто-напросто сливают к чертям собачьим. Давайте играть совсем в другую доту. Ну и Бруду забирают Complexity, Чен и Брудмазер. Я думаю, понятно, да, о чем речь идет. И непонятно теперь, что делать, Котла брать или Акса забирать себе. Игрокам команды ВП Клинкса забанили. Virtus.pro. Фармить на самом деле есть кому, тут и Бруда вывозить будет достаточно большой арсенал артефактов, но поэтому команде ВП необходимо какой-то отпуш. Сейчас ситуация не очень ясна. Шейкера, конечно, взяли еще до Бруды, тоже вещь хорошая, полезная, но Бруда не будет Шейкером на одной линии стоять, это факт. И Бруда не будет появляться. Бруда будет собирать себе Оркид, например, затыкать Шейкера и его первым сносить. Конечно, Шейкер хороший пик по данному набору героев команды Complexity. Сыр тоже под Шейкера очень хорошо заходит. Антимаг еще от Complexity. Ну просто набрали имбу себе. И как теперь с ней бороться, вообще не ясно. ВП тут в сравнении с прошлым матчем по пику очень много вопросов вызывает. По-моему, тут какая-то вообще дисбаланс случается сейчас по героям.
Ну и надо брать героя, который будет исполнять роль Керри. А кого теперь брать тут как Керри? Непонятно. ПЛ забанен, гирокоптер забанен. Ох, Лишрак, конечно же, забанен первым. Ну и тут каким-то героем без сплэша вообще не обойтись. Кто это может быть, сейчас толком и понять не могу. Джаггернаут, возможно. Возможно, Джаггер, но против антимага это вообще нелегко и непросто. Джаггер, по-моему, и так проседает. Джаггеру хотя бы есть вариант Battle Fury собирать. Пока что Джаггер, других вариантов не вижу для команды ВП. Или Нагу вообще собирать в керри. Пусть Нагу забирает или Дан, Год забирает себе Сайленсера. Лил будет играть на Шейкере, ФНГ. Какого-нибудь героя доберут сейчас, а Сыр от Фобоса идет. Пусть Нага фармит, пусть затягивают игру там на 557 тысяч минут и выигрывают ее за это время. Нага имбовая подруга, ну... Саппорт саппортом Нага может и убивать, и Нага выигрывает катки. Тут уже надо вообще, мне кажется, бить тревогу. Эмбер Спирит с ума просто сойдет здесь от Бруды. И от всех ее... деток. Лину забирает команда Virtus.pro для Иллидана. Значит, будет ранняя агрессия, значит, будут давить минуты до 30-й, пока не упал трон. Ох, горячка вот Virtus.pro на самом деле. Хотя, кто его знает. Но год на сайленсере это изначальный, изначально круто, изначально хорошо. Но год и на квапе был изначально хорош, а что потом случилось, вы все видели. ВП забирают себе шейкера для Лила. Дарксир будет играть, на Дарксире будет играть Фобос. Лина, это Иллидан. Сайленсера забирает себе год и Нага Сайрен от ФНГ. Со стороны команды Complexity. Зефрик будет играть на Чене. Зизи будет играть на антимаге. Сложная линия. Бам-бам-бам-бам-бам. Кто у вас сложная линия? Так, Свиндлмэнс, конечно, берет себе Queen of Pain. Вылетел у меня из головы, кто там у Complexity на харде стоит. Мунминдер, да. Мунминдер на харду отправляется Брудой. И уже пошел, скорее всего, паутинные дела свои творить. Уже началось. Так, ну и команда ВП уже во вражеском лесу стоит. Уже собирается в экшен какой-то выйти, как я понимаю. Ну, есть варианты на самом деле. Свиндлмэлон цеплять, конечно, не очень удобно, но варианты поймать его есть. The battle begins. Ну и файт в итоге не состоялся до начала этого матча, до выхода крипов. Хотя мог бы быть очень даже позитивным для команды Virtus.pro. Год на мидлейне, и против него уже, кстати, трипла здесь собирается. Так, флая закрывают фиссурой. Через Артик Бёрн, через фиссуру перелетел. Мунминдер на мидлейне. Собака, что ты здесь делаешь вообще? Иди отсюда куда-нибудь. Сюда-нибудь. Зизи просто стоит и соло фармит на сложной линии. Против Зизи отходит Лил и отходит год на сайленсере, как я понимаю. Фобоса ставят против Мунминдера. Это понятно. Так и будет. И, конечно же, здесь против Бруды должен стоять Сыр.
Это самая крутая комбинация, которая может быть. Как это? Комбинация из одного игрока. Год против ZZ. Ну, по лайнингу команда ВП пожестче здесь смотрится, чем коллектив Complexity. Ильдан в это время фармит против Свиндл Меланса. Квапу будут загонять. При наличии ФНГ это не проблема. Рептайт по Свиндл Мелансу. Шадоу Страйк пошел в него. И в него это в ФНГ, конечно же. И ФНГ вынужден отходить. Свиндл Меланс нормально. Он стрелял чуть ли не половину ХП. Слил Наги. ФНГ второго левела. Сетка есть, но нет на нее маны. Мидлейн в это время Дарксир настреливает. И нормально тут, конечно, по крипам будет у Дарксира. К минуте, я не знаю, 20-й будет 150 тысяч крипов. ZZ 3 на 2. У Года в это время 4 на 3. Лучше, лучше. Ну и Год продолжает фармить. 7 на 4 у него. Зизи к крипам не подходит. 3 на 2. Ну, Год должен его просто мучать здесь. И его, и Флая в частности. Выверн дорогие. Очень даже дорогие спылы. Маны не так-то много. Здесь, естественно, по классике идет Сайленсер. Через Глейвы и через Last Word идет Год. Обычно. Так, Зефрик вышел. Лила ловят в сетку. Фиссура пошла от Лила на подсейв. Зизи напиливает по Лилу. Лила, по-моему, отправляют в таверну. ФБ от команды Complexity. Опять этот Зефрик. Но тут саппорт просто великолепный у данного коллектива. Прошлая игра на виспе, сейчас начение. Ранняя агрессия, выход, сетка, все. И бедный Шейкер отправляется в таверну. 139 голды в пользу команды Complexity. Прошлый ФБ ВП тоже отдали. Правда, дальше вышли в огромнейшее преимущество. Что теперь будет, вообще непонятно. Сейчас они должны быть либо на дизморали, либо на плюс морали. В любом случае, надо выигрывать. Вариантов тупить, фейлить здесь уже никаких вообще. Зефрик никуда не уходит. У него еще и Урса появляется. Есть тролль, есть Урса. Сетка, клэп. Ну и нормально Году может достаться. Уже приходит Лил. Лил уже здесь. В это время Мунминдер перемещается на топ-лейн. На центральную линию уходит Зизи на антимаге. Фобос, просто унизь его. 21 на 0 идет Фобос. 17 на 5 Элидан, 16 на 6 Сайленсер. Опять топ-3 место по крипстату за командой Virtus.pro. Ловят Зефрика, стараются разобрать хотя бы кого-нибудь из его животных. Тролля продамажили, но тролль живой. Ну и Год перемещается на центральную линию. Пошел наказывать антимага. Все правильно делает Год, ему надо постоянно здесь быть. Никуда уходить не надо, антимаг отправляется на топ-лейн. А Фобос перемещается туда, и антимаг побежал пешком на легкую линию, на сложную линию фармить. А сюда перемещается Бру-Бруда. Ну что ты будешь с ней делать? Просто игра вообще какая-то совершенно дикая от команды Complexity. Они этими бегами будут заниматься очень долго. Опять за ZZ. Опять на центр перемещается Фобос. 2 ТП уже слили. Здесь пешком приходится, антимаг идет назад. Антимаг бежит на центральную линию. Не хочет он стоять против Года, и это понятно, но пока антимаг бегает, Год фармит. Тут понятно, лучше на ТП потратиться, но при этом выфармливает. ZZ перемещается на центральную линию. А Мунминдер пошел пешком на топ. Долго ходят. Чен в это время забирает Элидана на нижней линии. И Квапало ухпшно отсюда уходит. 2-0. Complexity выигрывают по голде. Чуть-чуть по экспириенсу тоже немного в их пользу. Но главное, чтобы Год не забил. Ходить, конечно, нон-стоп, это все плохо закончится. Но и стоять свободно антимагу, это тоже неприятно. Против Года антимаг не фармит, а вот против Фобоса варианты есть. Фобос побежал дальше. Ладно, вы играете в эту игру, я тоже буду играть в эту игру. Фобоса нет пока что вакуума. Идет напиливать по детям бруды. Забирает здесь крипов. Ну и что? И просто оставят ZZ? Нет, Элидан перемещается на центральную линию. Ему надоело. Элидан перемещается на центральную линию. ZZ пока четвертого. Элидан практически шестого. Ну и у Элидана есть варианты на шестом антимага завалить. Где бруда? Бруда на топе. Бруда на топе. И здесь где-то рядом тусил Фобос. Фобос уходит на центральную линию.
Тут просто разброд и шатание, что с одной стороны, что с другой. Колы избегают своих оппонентов. Они не хотят стоять так, как это хотела бы сделать команда Virtus.pro. Приходит уже Фобос. Уже начинает поджигать здесь детей. Здесь, конечно, гем было бы классно заиметь. С другой стороны, тоже не очень простая вещь. Бегает Жот. Деньги капают Фобос. Он просто носится везде и пытается заработать все необходимое. Еще один на NHL. Дальше побежал. Здесь есть в центре. Не палятся. Фиссура отлила. Сетка пошла. Фиссура неудачная. Но есть вариант все-таки Мунминдера разобрать. Прямо под стенку его ставят. Мунминдер старается уйти. Ласворд на нем висит. Мунминдера забрали. Много в него влили, но оно того стоило. Как там мидлейн? Иллидан 31 на 8. УЗИЗИ 17 на 5. Конечно, потенциал у антимага Клейте побольше, чем у Лины. Но Лина к середине игры может просто быть дикой вообще бабищей. Зефрик возле центральной линии тусит. Есть кентавр, есть сетка. Хотя маны не хватает, но тут копейки. Подождите, нет, мана все-таки восстанавливается. Да, реген маны есть небольшой у тролля. Все, Зефрик уже с аркан бутсами, у тролля мана пополнена. На одну сетку точно хватает. Так, Фиссура пошла по Зизи, ловят его. Сразу в Cold Embrace Зизи, Лил. Если чем подстопить, по таймингу тотем. Зизи должны разбирать. Лагуна, Блейд в него и одни башеры долетели. От Иллидана. Ну, от Лагуны, Блейд, Иллидана, естественно. Зизи развалился. Еще одна офигительная Фиссура от Лила. Отбил желание бежать дальше за Линой. Ну и Лина здесь умирать не должна. Задувает Эльдан, не попадает по флаю. 3-2 счет. ВП отыгрываются. ВП по голде должны перевернуть графики в свою сторону. Фобос фармит. Мунминдер зашел за тауэр. Здесь уже Свиндл Меланс бежит. Фобос не успевает за ним. Квапа. Соник Вейв у нее есть. Ну и... разбивают быстренько крипов. Сейчас пойдут пушить тавер игроки команды Complexity. Да, куча абсолютно здесь животных. Или кто там? Членистоногих от Бруды. Ох, Хаслемчик бы сюда затусовать. Но у Лила понятно, ни Хаслема, ни Даггера. Ни одного, ни второго. У Фобуса есть вакуум. Ох, как тяжело туда от Бруды. Бруда не может расконтролить. Малой к Бруде впритык присосался. И бедная Бруда чуть не слилась сама от себя. Это ж надо, а руку на мать поднять. Воспитала уродов. Лучше б я тебя не качала, говорит Бруда. Еще и не маг села к тому же. 250 колы по голде, 500 по экспириенсу. Отправляют квапу на базу. Похилься, пойди. Все, давайте смотреть. 10-я минута на подходе. Давайте смотреть, что по фарму здесь. Топ-3 крипстат... на карте это игроки команды ВП. По нетворсу два первых места тоже за ВП у Фобоса. На сыре хедреска есть, Soul Ring есть, 500 голды сверху, год. На сайленсере пока ничего интересного. Нул талисман, ПТ, ботл. Отпрыгает на года. Зизи, года по идее здесь будут разбирать. Год старается сделать ТП-аут, у него должно получиться. Улетает год. Год улетает, глобал от него просто эпичный вышел. На лоу хп вышел. Если бы антимаг, естественно, был без сала, то мановоет просто обязательно. Сбить ТП, да и просто развалить. Там, конечно, не улетал бы сайленсер в таком случае. Ну и год. Power Threads есть, талисман, Magic Wand, Bottle, мы это видели. Теперь по Иллидану, как дела обстоят. У Лила, ой, у Лила, у Иллидана будет Стоун есть. Есть Age Mask, прыгает на Иллидана. Мунминдер здесь. Фобос не смог спасти своего тиммейта. Но здесь очень нужна мека, но как до нее добраться, пока непонятно. Хедреска есть, Баклер тоже не очень близок. Ну и сама мека еще минуты, я думаю, минут 6 будет отсутствовать. Фобос этим Айн Шеллом, конечно, с Брудой нормально должен разбираться. Вакуум есть, но юзни вакуум, забери детей всех. Но пока тауэр стоит, причем так стабильно стоит.
Complexity выигрывают 1700 по золоту, 1500 по экспириенсу. Ох, и задачку себе ВП задали. Против Бруды сражаться и против Чена. Это издевательство. Но Клейтета, конечно, варианты все есть у команды ВП. Если Гот расформится, если Нага Сайрен расформится, ух, здесь ФНГ бы, конечно, сделать бы из себя Санейка. Да собрать на 25-й минуте Радианс. Просто на него играйте все. Но это капитан должен принимать решение самостоятельно, не все остальные. Ну, по классике, конечно, решат здесь. Думать нечего. У Иллидана уже почти готов Йоул. Остается просто на рецепт накопить 400 копеек. Как там Сайленсер? Ничего года интересного не появляется. 55 крипов, 1 килл. Как-то так маловато. 4к у него Networth. Мунминдер на втором месте 450. И Фобос 4350. Есть уже Баклер. В принципе, мека будет нормально. По таймингу где-то минуточек 14 у команды ВП. Здесь Зефрик 1200 на руках уже. У Антимага. Ну, Антимага печальная ситуация. Он на 6-м месте по Нетворсу. Last Word на Антимага вешают. Ну и Зизи на половине хп. У Зизи до сих пор нет Ring of Health. Это хорошо для Virtus.pro. Он дергается на линии, стоит. Ему надо как-то проседать по хп и регениться пока нечем. Танго себе и Healing Self носить не будешь. Надо флая разводить на Cold Embrace. Ну и сейчас Ring of Health появится. Появляется. В это время Мунминдер на топ-лейн. Перемещается на Иллидана. Иллидан, в принципе, всех этих пауков разваливает. Синдлмеланс на Иллидана. Иллидан не улетает. Растащили мейн-керри. Теперь по нижнему лайну давят колы. Last Word на Винтер Виверн. Фобос готов бегать уже. У Фобоса есть хедреск, у него есть баклер. Так, Фобосу пора врываться. Зизи прыгает на Фобоса. Фобос под сержем. Дерется против Зизи. Поставил стенку. Глобал пошел от года. Ну и что, неужели будут просто уходить? Потеряли уже. Или ФНГ. Врывается сюда Лилу. Лила есть эхо-слэм, но давать его, по сути, не в кого сейчас. Эхо-слэм по Мунминдеру. Вокруг него никого не было. Мунминдера можно попробовать развалить. Ловят Лила. Ульта пошла от Свиндлмеланса. Лила в таверну. Год тоже, скорее всего, отправится в таверну. У Зизима на брейк через 15 секунд. На нем висит Last Word. Года запилили. И Зизи выживает. Ну и здесь побежал за Свиндлмеланс дальше. Фобос стяжка пошла по нему. Фобос килл делает. Ну и команда Complexity решила Тауэр еще тут убивать. И, по-моему, убивает. Мунминдер забирает Тауэр. 9-3 счет. 930 по голде зарабатывают. И больше пятерки уже по голде колы. 4 по экспириенсу. Ох, вот это да. Radiant's bottom tower is under attack. У меня появляется мека у Чена. 14-я минута, нормально. А здесь мека у Дарксира есть. Еще 1000 сверху голды у Фобоса. Год уже приобретает себе Vitality Booster. Road of Atos. В скором времени появится. Пока что глейвы, кстати, слабовато бьют. Ну, блин, у года на 15-й минуте всего лишь плюс 2 украденного интеллекта. Откуда здесь нормальные глейвы? Ну, команда ВП вообще 3 героев убила за 15 минут. Так, тут нормально иметь показатель. ФНГ. Сетка полетела с Свиндлмеланса. Будут его пытаться разобрать. Стяжку не успевают дать. И Свиндлмеланс сюда уходит. Фобос бежит за ним. Ну и упрыгивает, да, Квапак? Куда она денется, в принципе. Все, Квапа просто отсюда уходит. Наплужили игроки команды ВП. Не доделали немножко здесь свою комбинацию. Ну и тем самым
отпустили капитана команды Кол подальше. Зизи, Флай, все рядом. Прыжок пошел на Лила. Лил ставит фиссуру, закрывает сам себя. Еще и Иллидана подстопили. Иллидана сейчас уже развалит. Прыгает за ним Зизи. Поднимает себя в ветра Иллидан. Лагуна Блейд даже не в кого вставить. Зизи вместе с Хвапой забирают Лину. Минус 2, 11-3 становится счет. 850 по голде, 1300 по экспириенсу. Комплексити просто издеваются сейчас над командой ВП. У них огромнейшее преимущество. Ну, блин, ВП тоже в том матче выигрывали 10 с копейками на 15-й минуте. А здесь та же история, только в обратном направлении. Но там был Герокоптер, а кто был здесь? Здесь Лина. Здесь Лина. Dire's middle tower is under attack. Так, у Зизи уже появляется клеймор. И остается 1000 голды до приобретения Battle Fury. Как быть с Шейкером? Кто его будет толкать? Как ему добираться до всей этой... всего этого сборища игроков команды Call? Как туда врываться? Непонятно. Как ловить этих... вот этих... Чен уводит своих крипов и поднимают Бруду, ставят под ноги, кстати, стан. Мунмидера должны запилить. Это хорошо, Шейкер забирает фраг, Бруда погибает. 419 голды заработал лично Шейкер. И в целом 1000 подняли ВП, и по экспириенсу тоже 1000 для них. Шейкер улетает, его едят при этом спайдерлинги. Здесь посмотрите на карту, просто сумасбродство какое-то. Везде куча всех. Сейчас года будут ловить. Год глобал должен юзать. Год юзает глобал и ТП аут. Ну, глобал для ТП аута правильно, конечно, в этой ситуации, но согласитесь, сама по себе ситуация печальная немножко. Даже эта маленькая нага, летающая на скате, не кажется мне особенно веселой. Чтоб тебя. У Иллидана появляется Point Booster. Кого-то одного выключать собрались. Год, Last Word на одного из кентавров. На одного единственного, я бы даже сказал. Ну и остальных забирает Зефрик себе. У него готов гем. Зефрик с гемом, чтобы ходить и разбивать варды, и чтобы Мунминдеру жилось абсолютно спокойно. Мунминдера уже готов Митрил Хаммер, скорее всего, Блэк Кинг Бар будет появляться. Хотя, может, и Дезолятор, то тогда Мунминдер вообще чокнутый будет. Появляется Battle Fury у антимага. На Рошу уже зашли. Или Дан летит на центральную линию. Тоже задувка. Тут так быстро с Рошаном не справятся. Пошел сон от ФНГ. Флай в Глиммер Кейпе. Откуда он у тебя? Иллидан, просто по таймингу надо Флая унижать. Всех стянули. Стенки не вижу. Какая нелепая стенка от Фобоса. Просто неудачнейшая стенка. Фиссура от ФНГ разделяет пополам команду. Пока что минус 2 от команды Virtus.pro. Дальше погоня за Флаем. Разультился здесь у нас в Иллидана. Иллидан отправился в таверну. Год отправился в таверну. Двух саппортов разменяли на двух кор-героев. Лил лоу хп-шный. Мунминдер гонит дальше всех. Ну и Лила сейчас еще и спайдерлинги могут сожрать. 2 в 2 размен. Ну и двух кор-героев потеряли игроки команды ВП. Это неприятность полнейшая. Ну блин, такая хреновая стенка вышла от Фобоса. Он стянул всех, а стенку вообще в другую сторону поставил. Как будто, не знаю, у него лагало, а не у меня. 6000 золота, комплексити, 5 экспириенс. Radiant's top tower is under attack. Так, ну и Бруда уже с дезолятором. Вот-вот принес себе Мунминтер дезолятор. Можно, конечно, убивать его за такое вот дело, за такую наглость. Но для этого контролить его надо, пока его просто-напросто не ловят. Мунминтер на спокухе у нас грызет.
сейчас Владмир у кого-нибудь появится, у антимага, например, а по-моему уже, да, начинает собираться. Ну и первый нетворс на карте Мунминдер, Зизи второй. Фобос 7700, третий нетворс на карте 7200. У Свиндл Меланси год 6900, 6100 или Дан. Или Дан очень глубоко, конечно. Недофарм жутчайший. Свиндл Меланс, все в него, и еще один удар, все. Или Дан соло квапу разобрал. 635 за него зарабатывает. Неплохо. Остается 1000 до Аганима. Мунминдер внизу. Год в соло против него. Год вообще не качал кюрсы. Ну и Бруду будут здесь искать, но не найдут. Бруда совершенно в другом месте. Она отправилась уже в собственный лес подъедать крипов. Ну и по золоту колы 6. По экспириенсу колы тоже 6. Так, прыгает Фобос. Стяжка будет ли? Нет, вакуум никуда. Искали Брудмазер. Здесь ее нет. Лила стянула. Бедняжку. Лицо стяни. Рот Фатос есть у Сайленсера. У него уже 1500 на руках. ФНГ готов попеть, но не против кого пока. У Иллидана остается 400 голды до приобретения Аганима. Вот они, крипы. Бей их, стоп их, что-нибудь с ними делай. Зефрика ловят. Лагуна Блейд от Иллидана. 2940 на руках. Еще одна пачка крипов, и Лидан уже будет с Аганимом. 13-8 счет. Все, Аганим для Лины готов. Если это Аганим, а не Бладстоун. Ну, надеюсь, что Аганим. Появляется у Квапы в это время Оркид. У Лидана готов Аганим. Год. 1500 мы это видели. Даггер у Шейкера еще долговато, конечно. Лилу 1500 всего лишь на руках. У Дарксира Даггер есть, у Дарксира есть Мека, есть Аркан Буцы и Сол Ринг. Ну и Владмир приобретает себе антимаг. Здесь, конечно, под ту же Бруду, это очень крутой артефакт. И Гвардиан Грифс приобретает себе Дарксир. ВП вроде неплохо укомплектовано, не проигрывают 6000 по золоту и 6 по экспириенсу. Не страшно, с этим играют. Лилу бы даггер, да, инфу здесь получить. Свиндл Меланс видит Лила. Лил Фисуруп. Ульта пошла от Свиндл Меланса. И, кстати, будут сейчас его ловить. Просто по таймингу все должно быть. Эхослэм, если будет, разорвет Свиндл Меланса. Стяжка пошла и просто расковыряли квапу. Тут даже не видно было, как дал ульту Эхослэм. Как Эхослэм дал шейкер. Он его дал, и там просто раз, и исчезла бедняжка Квапа. Вот бы всех так собрать. Странно, тут, видимо, Дота уже пролагивает. Видимо, зрителей триллион. Да, 150к сидит зрителей в Дота ТВ. Погоня за Зизину. ВП нормально по золоту начинает отыгрывать. И что самое приятное, Шейкер приобретает себе даггер. У Лила есть 11 левел, есть даггер. Все пока что очень даже хорошо. Антимаг, естественно, проблема и заноза в заднице команды ВП, но нет таких антимагов, которые не контрились бы, и команда Empire это доказала. Брудмазер начинает немножко просаживаться по фарму, уже не такая скорость. Да и пушить здесь уже нечего Бруде. Куча всяких тараканов под смоком. Смотрится даже жутко. Иллюзии не видят, где находится команда Complexity. С Мунминдера сейчас будет спадать смок, и он залез на ХГ. Остальные ушли.
эти стоят. Не палятся, все, пропала иллюзия. Все, варды разбивают, об этом прекрасно знает команда Virtus.pro. Они понимают, где находятся в это время их оппоненты. Через 20 секунд у Шейкера будет Эхо Слэм. Иллидан, по крипам. Тут главное кентавра развалить. Как же он достал, собака. Антимаг что-то где-то в кого-то как-то бьет. Года ловят, год ловит у нас ульту от Винтерн Виверн. Год лоу хпшный, год умирает. У года нет байбека. В это время развалили Чена. Суть проблемы пока не ясна, но УВП попросили паузу. С ВП. Что такое God feels bad? Что случилось с годом? Что-то с годом не так. Сидит, держится за голову. Да, вот это траблы. Команда ВП, как я понимаю, просит перерыв, скорее всего, потому что с годом какие-то траблы будут его приводить в чувство. Он там вообще бордовый сидит. Не вывозит. Может, тактикал пауз, а может, фиг его знает. Но факт остается фактом. Пока небольшой перерыв. Ну, общую инфу не... Общую инфу, в принципе, тут не дают, но вроде как год как-то плохо себя чувствует, и года то ли стошнило, то ли что-то там, то ли вырвало его. Короче говоря, какой-то реальный трабл со здоровьем случился. Может, нервы, может, еще там какое-то самочувствие. Кто знает, что там за... кузни творятся на International 5. Небольшая пауза, небольшой перерыв.
держим руку на пульсе, в принципе, данного матча. Как только появится, сразу же выйду в эфир, пока небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, далеко не расходитесь.
An article of faith. Что вернулись команды на свои места, и уже ВП делает еще один килл, уже неплохо. Иллидану плохо не было, году было плохо, но Иллидан в это время разваливает одного, разваливают постепенно второго. Мунминдера ловят, сетка на нем. Кстати, Мунминдера можно и развалить, и пошла ульта от Чена. Как я понимаю, Мунминдер сам себя просто сжирает, теряет Аегу Мунминдер. Фобос продолжает бегать. Гвардиан Гриф в своей зале. ФНГ. Сразу же Сайленс. Сразу же Сон, точнее. Байбек пошел от Квапы. Зефрика будут разваливать. Ульта пошла от Сайленсера. Или это Глобал? Да, это Глобал. Это Глобал. И Мунминдер тоже в таверну. Вот это тактикал пауза. Вот это, я понимаю, подсобрались. Поговорили немножко. Взлетает Иллидан. Иллидан лоу хп-шный. Начинает наваливать по нему Зизи. Тут больновато. Всем, конечно, Фобос приходит. Стяжка пошла. Зизи начинает резать Фобоса. Зизи бежит дальше за ФНГ. И тут минус 5 может быть. Фобосу надо просто валить отсюда. Нечего здесь делать. Пока что размен 4 в 4, если я не ошибаюсь. Потому что ВП... не ВП, а комплексити заставили байбекнуться к ВАПу. Ну и Зизи пошел нарезать. Антимага не контролили. Антимага отпустили, и он так потом уже, после всего раскаста, ворвался в файт. Ну и настрелял по команде ВП очень даже сильно. КМ на мидлейне. Пилит Т2 в это время. Комплексити уже слились до 3К по золоту и по экспириенсу 7500 в их пользу. По всем трем линиям пуш. Тут, конечно, для фарма все бы хорошо. Было бы только кому фармить. Лил на топ-лейн. Центральная линия подпушена тоже до хайграундов. Оба здесь фармит. Антимаг приобретает себе Мантастайл. По таймингу у Зизи не все гладко. 30-я минута, Мантастайл, Батл Фьюри, Владмир. Хотя 15к, ну 500 ГПМ, это согласитесь, не алло, 525. Ну и по Нетворсу он первый, на втором месте Фобос, на третьем Иллидан, только потом идет Год, у Года аж 5-я позиция. Есть Ultimate Orb. Протофотос имеется. Ultimate Orb, скорее всего, в хиксу для Года. Illusion. Год через все на свете фармить. Через Last Word, через глейвы на крипов. Хоть глобалом не начал, не знаю, фармить, и то весело. Ну и Иллидан под смоком. Побежал дальше. У Иллидана есть Shadow Blade. Поднимают, кстати, сразу же в ветра здесь Зефрика. Пошла сетка на Иллидана. Иллидан под сайленсом. Глобал пошел от Года. Фобос. Ну и опять ставит стенку, а стяжки как таковой и нету. Зизи. Просто наваливает теперь по всем. Мантастайл от Зизи. Иллидана бьют. Сон от Наги. Да всех к стене здесь просто собрать бы. Посмотрим, что получится. Зизи пытается законтрить. Отличная лагуна. Зизи убивают. 80 секунд, не будет антимага. Всем теперь через стенку надо убегать. Лил, просто стоп здесь всех. Минус 2 уже делает команда ВП. Минус 3 ВП. Трипл килл от Года. Вот это парню поплохело. Как удачно. Году, мне кажется, сразу стало хорошо. И тошнить перестало. И не рвет. 2700 на руках у Года. Ушла Квапа. И ушел отсюда Чен. Ну, плевать абсолютно. Забрали антимага, забрали Брудмазер. Это 3 миллиона долларов 100%. Вот. А, ну так и есть. 3000 голды ВП выиграли и 5800 по экспириенсу. Тоже в пользу команды Virtus.pro. И по графикам здесь уже все нормально. И посмотрите, что Лина делает. Аганим от Лины. Антимага сейчас стирает. Когда здесь будет Хекс? А здесь уже есть Хекс. У Года уже есть Хекс.
Поэтому у антимага сейчас не все так гладко будет, как кажется по нетворцу. Одного его законтрят с Монминдером, тоже разбирается. Шейкер, например. Тут Шейкеру, конечно, надо будет. И, я не знаю, и Аганим был бы не лишним. Две 500 колы по голде, по экспириенсу колы 4, но графики стремятся в сторону команды Virtus.pro, и это не может не радовать. Лина приобретает себе Boots of Travel. Во что будет собираться Элидан в лейте, вот это интересно посмотреть бы. Тут, я думаю, МКБ какие-нибудь и керасы тоже зашли бы, и Башер, например, на Лину. Так, Фобос видит Зизи. Прыгает Лил, должен, по крайней мере, поднимают Элидана по таймингу. Застопили его, Зизи под стенкой стоит, где стяжка, Фобос. Фобос уже стянул и просто упрыгивает. И упрыгивает антимаг. Зизи отсюда уходит, а Флая будут убивать. Флая развалили, Лина не жалеет у нас. Лагуна Блейд. Без маны Лина, минус один еще от ВП. 18-18 становится счет. В это время Свиндл Меланс подпушивает на нижнем лайне. Ли ловит у нас Свиндл Меланс, хекс по нему, эхо слэм. Ну чем же еще застопить? Должны убивать здесь его и просто разрывают Свиндл Меланса. Не дают шансов вообще пикнуть даже к вопе. Она из Сайленса не выходит. Ой-ой-ой-ой-ой, поперла как в команде Virtus.pro. 18-19, они уже должны графики в свою сторону перевернуть. Вот молодчаги. Yes. Лина видит Зефрика. Просто Лагуна Блейд тебе в хвост. Это реально смешно было. Лина такая злая. Кстати, на аватарке случается, когда что-то хорошее происходит для нее. Ха-ха-ха-ха. 18-20. Нормально. ВП продолжают давить, так как Лина поступила. Прибежала на Shadow Walk. И просто Лагуна Блейд в чена. Чтоб он даже не думал куда-то собираться. Есть варианты быстро выключать. Я думаю, можно даже об Октарин Коре подумать. Или да, ну или еще один хекс собрать вообще. И думать нефиг. Еще один хекс с Квапой разбираться, с той же Брудмазер. А Бруда как-то тухловато стало смотреться. На пятое место отправляется. Зизи фармит. Зизи тут в ХП выходит. Антимагу и правда надо думать, как переживать все эти раскасты. Потом-то он, конечно, нарежет. Но Burst Damage антимаг, если не переживает, соответственно, пользы от него вообще никакой. А ВП тут на Burst Damage как раз-таки рассчитаны. Драться долго руками здесь некому. Нага это делать не будет. У Наги не тот вариант. Еще один хекс, только от Дарксира, не от Лины. И Лина потратила деньги в персик. Ну да, это нормальная рабочая комбинация. Два Лагуна Блейда. Сон пошел от ФНГ. Зизи видят. Лил, эхо слэм через 5 секунд. Можно через тотемы, через фисурки, через что-нибудь. Эхо слэм не пришлось потратить. Просто минус 2 от команды ВП. Вонючая Виверна и очень неприятный Зизи. Еще и фармить пошел здесь Дарксир. Ну, с двумя хексами, знаете ли, можно разбираться. Год тоже хекс проюзал. И команда ВП забирает Рошана. Здесь просто не останавливаться. Уже 2500 по голде для них. По экспириенсу тоже 2500. Будет ли рефрешер, интересно. Так, Зефрика поднимает Элидан. Он его видит на Лагуна Блейд. Не хватает маны, но здесь и с руки можно все это сделать. Свиндл Меланс просто бежать в панике. Видели, куда полетели удары все. Свиндл Меланс сюда сваливает. Элидан за ним дальше не дошел. 365 за Чена. 23-18. А ну-ка, как давно не было киллов-то? Колы убили Сайленсера, и это было на 26-й минуте. 10 минут колы не делают ни одного фрага. А ВП, вот смотрите, что произошло. Это все после этой паузы.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Команда Virtus.pro после паузы просто ожила. Мунминдер уже с Solar Crest'ом здесь. Такое ощущение, что его бьют руками. Я не очень понимаю эту историю. Или как будто он, ему кто-то даст бить руками. Ладно, это только на руку команде Virtus.pro. Они во вражеском лесу. Свиндлменс не появляется. Фобос выходит. Здесь где-то Зизи. Об этом должны знать. Зизи подъедает деревья. Просто на панике здесь. Что один, что второй. Стали кучкой вместе, мало ли. Все, из зоны вижена ушли. Здесь стоят чуваки просто на втыкозе, таком диком. Естественно, там опасная ситуация. У антимага. Остается совсем немного до приобретения Heart of Tarrasque. Darkseer забирает себе тавер по нижнему лайну. Еще есть мидлейн тавер. И два тавра на топе. Так, ФНГ, Год, Фобос. И впереди идет Лил и Иллидан. Иллидан в инвизе. Ищет жертву. Просто рыщет по собственному лесу. Отпушили. Здесь в это время на центральной линии ФНГ намаячил. Триплан на топ-лейне от команды Complexity. Один герой по нижнему лайну, ну и базу Defight Winter Nivern. Ну здесь посмотрите, какая перепуганная трипла. У года 4200. Лина приобретает себе Линкин Сферу. Против кого, против чего? Против антимага, скорее всего. Против Мановойд от антимага. Так-то больше и не против кого. Ну или, кстати, Оркид от Квапы. Тоже сбивать очень даже хорошо. Год с ДДшкой. Вот 400 с руки сейчас. Ему бы больше, конечно, интеллекта натыренного было вообще прекрасно. Мунмидер стоит, партизан выжидает. В это время Тавра начинает пушить команда ВП. У Лидан уже очень большая скорость атаки. Смотрите, как валит, а? Просто как из пулемета. Три удара в секунду. По 600 с руки вносит Лидан. И дальше дэмэдж в это время по нижнему лайну идет Зизи. Здесь сплитпуш от команды Complexity. ВП должны идти дефать базу. Тараску приобретает себе антимаг. Ну и Мунминдер никуда отсюда не уходит. Стоит спокойненько себе, забирает крипов. Может себе позволить, в принципе. Причем даже не подходя к ним лично. Фобоса 2300 уже сверху. Фобос прыгает за животными. Еще и повесил на кого-то что-то. Дальше ищет Мунминдера по лесам. Ну, Мунминдер просто затаился. Ну, где как его найти? Нету гема. Как вы хотите его найти? Не очень. А, гем есть у Лины. Мунминдер просто спрятался в деревьях. Сейчас должен знать, где он находится. А не успевает Иллидан. Не успевает. Если бы нашел, конечно, была бы беда. В итоге не нашли Бруду. В это время уже три героя стоит на нижнем лайне от команды Complexity. Вариант такой подпушить немножко. Года есть хекса. Год может на Мунминдера дать хекс. Два БКБ, Года могут разобрать. Ульта пошла от ФНГ, но это бесполезно. Оба находятся в БКБ. ФНГ начинает нарезать. Свиндлмеланс.
Без маны. Так, Фобос начинает файтиться. Глобал пошел от Сайленсера. Байбек от Сайленсера. Мунминдера должны довыжигать. Здесь его убивают. Размен 2 в 1. А где Зизи умер? А Зизи расковыряли, а Сайленсер убивает антимага. Минус 3 от команды Virtus.pro. Они зарабатывают здесь 200 голды при учете байбеков 1600. И можно просто идти и давить. У всех есть байбеки, но так найти байбеки надо провоцировать тогда. Антимаг. 1800 на руках, но байбек это значит не будет байбека в очень важные моменты. ВП без ультов в принципе. Поэтому драться, конечно, на руку было бы команде Complexity. Но здесь и антимаг без ульта, и без ульта Квапа. И долго без ульта. У нее никакого аганима нет. Или Дан просто наваливает теперь по тавру. Ну и посмотрите, что творит тебе Дан. У него 3 удара в секунду. Антимаг байбекается. Надо забирать тавр и уходить отсюда. Заставили байбекнуться АМ, а Зизи без денег. Зизи без байбека ближайшие 6 минут. 7-7-7. У Года появляется уже 2 персика, и остаются просто копейки до рефрешера арба. Главное, Году. Я думаю, кстати, Году вот не лишним здесь был бы, конечно. Это Black King Bar, потому что с ним случаются неприятности, если его ловят и дает на него оркид Квапа. Так, замес пошел в лесу команды ВП. Илидан поднимает себя в ветра. Илидана здесь, скорее всего, развалят. Илидан уходит в инвиз. И сон пошел от Наги. Илидан переживает всю эту хренотень, которую пытались с ним сделать. Илидан в итоге уходит. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко здесь ВП творят чудеса. Поймали в пятером. Там на просто лоу хп Лина умудрилась уйти и остаться живой. Илидан бы сейчас столько денег своим оппонентам подарил. Офигеть просто. ВП, конечно, молочаги в этой игре. 100%. Они уже 14к выигрывают по золоту. И по экспириенсу более 12 тоже в их пользу. Могут же и антимаг контриться. Я смотрю, Зизи умирает уже больше, чем убивает. 3-4 счет у антимага. На 45-й минуте. Тоже не убийца. Дарксир во все синенькое собрался. Рефрешер орб есть у Сайленса. Есть теперь 2 глобала 6-секундных. Есть 2 хикса. Один у Дарксира, второй у того же Года, да. Лина тоже без хикса. С хиксом нормально заходила бы. Но Лина приобретает себе point booster. Скорее всего, будет. Я думаю, Октарин Кор от Лины. Может, Шива вообще. Как вариант. Ой, Шива, а я в Скаде я имел в виду, какая Шива. Зизи вражеские леса при этом. Съедает 2200 у него на руках. Кстати, по нетворсу его Ильдан обогнал. У Ильдана 22 с копейками. 22 у Фобоса и 21 у Зизи. Сразу 2 интеллектуала тебя обогнали, антимаг. Что ж ты за, за антимаг такой, если маги такое с тобой творят? Причем обогнали в дисциплину, в которой антимаг невероятно хорош. В дисциплину фарма крипов. По крипстату, по-моему, он повыше, конечно. 406. У него Фобос вообще не отстает. 398. Да, там были спайдерлинги. Но факт остается фактом. Цифры говорят, что Фобос очень в порядке. 330 крипов заработала здесь Лина уже от Илидана. 400 на руках. Рошан через секунду. Об этом ВП должны догадываться. Не уходить. Секунду ждать еще Рошана. Сейчас он упадет. Ну, здесь заходит команда Complexity. Под смоками. Их сейчас увидят. Зизи видят. Глобал от Года уже на готове. Сон от ФНГ. Сразу троих отрежут. Отрежут сразу троих. Год. Пошел глобал. Антимага ловят. Еще один глобал от Года.
Зизи просто выпиливают. Зизи лоу хпшный, Лагуна Блейд ему в спину. БКБ здесь от Мунминдера. Иллидан наваливает по Мунминдеру. Фиссура очень крутая от Шейкера. Где сам Шейкер? Где Хаслэм? Шейкер здесь. Мунминдер старается контролить. Иллидан пилит его, пилит, пилит. Никак не выпилит. Смидерменс лоу хпшный. Квапа лоу хп отсюда уходит. Минус 3 от команды ВП. Они все биты, но у них минус 3. Там еще и догоняют Квапу. Ух, ничего себе, 19-29. Байбек пошел от Винтерн Виверн. На кой вообще, абсолютно непонятно. На случай, если придется сейвить с Виндерменса, наверное. Рошан падает. Это Рошан с Сыром и Аегисом. Команда Virtus.pro переворачивает катку с ног на голову. 7-8 даже проигрывали. Сейчас 16 в плюсе по золоту. По экспириенсу проигрывали 8, теперь 12 в плюсе. Надо идти пушить. У антимага нет байбека. 50 секунд драться без него. Не справляется Бруда. У Бруды 14 секунд нет блэк-кинг-бара. Тоже об этом должны знать. Самана не вывезет. У Шейкера появляется Sight of Vice. Лил с Хексом. Фоба с Хексом. Прыгает Фоба. Стяжка по Свиндлменсу. Уходит в инвиз. Мид падает. Нижний лайн тоже можно. 30 секунд. Идите сносите нижний лайн. Ребята... 25 секунд антимага. Задувает Мунминдера, Хекс по нему. Лагуна Блейд в спину. Мунминдера старается выхилять и отправляет на фонтан его. 16 секунд антимага. Ну тогда надо уходить уже. Че тупить здесь? Ну и год должен отсюда сваливать. У Квапы появляется Линкенсьер. Или Дан по Тауру. А что вы ждете, когда антимаг придет? Или почему, или как? 12 секунд до глобала. Зизи пытается здесь контролить. Зизи под Last Word'ом. Сон пошел от Наги. Мунминдера отрезают. Сон от Наги, и Мунминдер в соло здесь. Его просто спиливает Или Дан. Хекса пошла по Зизи. Зизи под глобалом. Зизи под стенкой. Зизи, едь-ка, пожалуйста, в таверну. ГГВП. Команда ВП вытаскивает такую... потнейшую катку, что просто не знаю, это в рот не помещается. Слово, которое надо сказать вот это, этого камбэка. Они взяли Сайленсера против антимага. Знаете ли, я понимаю, что Сайленсер жесткий, но то, как терпела команда Virtus.pro и при этом вытащить такую, конечно, невывозимую катку, это одна из наиболее эпичнейших матчей, которые приходилось смотреть. Complexity проигрывают второй матч, и у нас через несколько минут начнется третья решающая игра данного Best of 3 противостояния.